Те, кто на замене, будьте на связи. Можете в Discord заглянуть, с игры спать и вернуть. Потом еще три пришел. По первому требованию. Чисто, Саша. Сейчас. Тут еще три присунул. Короче, это самое. Донт, разрули, пока съедем, я буквально 2 минуты отойду там. Вот, давай. Банан, ты что, феррал? Правильнее будет фекал. Даже не буду ДПС. Стрим надо, чтоб стрим кто-нибудь включил. Сейчас включим. Это он, Кубобу. Или к Войду. Не, я не буду. Годлик, а что ты не хочешь в рейд ходить? А? Он стесняется своих 14 кдпс. Это потому, что он... Сами знаете. Я просто сейчас на час уйду, я потом приду, тогда смогу. Mm. Мне кажется, Гудлик просто где-то показал один ДПС один раз и боится, Зорки, что его кто-то перегонит. Я вчера с экзальтами был в рейде, они сказали, что у меня лок машина. Кем? Просто убийца. С кем ты был в рейде? Машина, блядь, Запорожье, старый раздолбанный, блядь, максимум. Там лог в 2Т4 не мог меня обогнать без токена. Жесткий получается. Угу. 20к на гневе, кстати, ДПС. А, жесткий, как карась засохший. О, карась, это к тебе предъява была, получается. Я про рыбу говорил, а не про... А, рыбу. Понятно, понятно. Это ГП было, по-моему. Слушай, Нивер, а ты чего провокатор, а? ГП, а что провокатор? Оскорбляешь всех, а я провокатор. Он просто устраняет конкурентов, он не провокатор. Невер провокатор, блин, вообще охреневший. Мне, кстати, скрины оскорбления от Гудлика есть, могу скинуть. А вот это сильно. Чё, Гудлик, доигрался? Вов, про тебе кто нужен? Банана тоже самое этот раз. Вам кто нужен? Вобру собрание. Вопрос собрания, хорошо. Нестерия комбат. Блин, комбат это классно. Да. Банана, тебе кто нужен? Подождите, а шо комбат классного-то? Мимик, Фрейя, и там... Что? Комбат крутой. Значит, тебе нужен посох? Ханта. Угу. Ну да, в основном. Ханта хотите убрать? Нет, у нас хант единственный. Я хочу либо вовбро, либо банану убрать и взять одного из воков. Не, ну типа, если есть фура, то зачем кошак? Ну, я, естественно, второго поэтому... Второго рога, и... куда? Да. Он вышел от того. Он кровотечение. Зачем банан? Кто еще? Донт. Да, я вижу. Кетикс, кто это? Он с кем, куда, на кого? Он зашел. Вот там, да. Там два рода. Зачем банан убирать? Предлагаю Гудлика убрать. Подождите, у меня нет. Гудлик и так убран. Кто там его это? Банана не надо. И Кетикс, кидайте просто роу. Тебя? На замену? О, отлично, давай тебя на замену. Хамель, ну, аргест. Два комбата не надо. Но а Кару Трищу, вот такая комбат. Же система. А, угу. Кто из вас на замену хочет? Трищ хочет на замену. Кару, давай ты в рейде у нас остаешься. Что там у вас как-то жестко все? Трищ же залупался. Спасибо вам за замену. Спасибо, ребята. 4 часа времени, когда никому ничего не надо. Спасибо. Крипатый брат, а ты сможешь до Лоран подойти? Народ, а пуха 239-я дворочку нужна кому-то? Крипа может быть только есть. Там ж разные пухи. Лоу-бой.
О, блядь, машинки. Моя любимая босса. Давайте смотрим, машина распрошу тогда. Я сажусь также в звездочку. Чем я могу помочь? О, у нас есть уже метки даже, отлично. Ты назначаешь? А, не, ну давай ты, Эра. Чё это я взялся? Взялся, добери до конца. Тогда ты на ГПшке ты не давай. Поговорить, просто типа, ну, я не увожу это делать. Давай я, короче, назначу все сделаю. Так, приехали. Дом, звездочка. Не хочет раздавать. Твои. Я за ГП могу тоже продавать. Рос и Вовбро, вы звездочку, ваши пассажиры. Так, метка печенька за руль я. Ко мне садятся Кару и Юнков Босс. Так, Ромбик садится кубок. Твои пассажиры Айнон и Волк. Так, метка трусы за руль у нас садится. Идеально умеешь рулить? Я могу, Саш. Да, давай, Neverline трусы. С тобой бегает Изука. А нет, стоп, Зорки и Шаманизм. Изука за руль без метки. Тебе сидит, у тебя сидит Шова. Пассажиры. Нейвер, зарядись. Еще так, замену кикните. Сейчас. Все, я да, запомнил, что замена будет. Невер, зарядись на станции. В смысле? На меня заряжен, у меня Зорки сидит. Нет, у тебя энергии 0. Энергия, энергия. А-а-а, так, метка череп. Идеальный за руль. Так, а что, я не на замене, значит, да? Кто? Карась. Нет. Бля, да. Ворота, а можно будет на везок с аквам присоединиться? Посмотрим, что. Я не знаю, что у нас будет. Идеально. Так, с тобой кто там назначал? Давай, Корнес, садись тоже в этот самый черепок. А, Г-снайп. Ну, хорошо, Г-снайп сел. Окей. Так, следующий череп. У нас садится Исполин за руль. Корнес к нему. Следующий череп. Так, ДК занял, хорошо. Лангвис, ты назначил, нет? Я сижу уже там, в черепе. Второй. Все окей, все окей. Последняя метка череп. Вот у нас остался Мистерия. Черепаты за руль. Банан к нему, пассажиры. Так, и остался у нас один, получается, Лангрис, да? Так, садись на мотоцикл. Нет, на мотоцикл. У тебя у вас есть там два человека, а у меня там четыре. Я один. Садись на мопед, короче, колчеда натягаешь и в центр скидываешь. У Шова никого нету, он меня говорит. Нет никого, я назначал у Шова кто-то. Блядь, Шова и Неверлайн, по-моему, не? А нет, Неверлайн. Не, Невер за рулем где-то. Значит, кто-то еще один должен быть за рулем. Зука, ты, по-моему, нет? Без метки же назначал. Зука тоже за рулем обычно есть. Ну и Зука за рулем. Давайте без метки, и Шо к нему в пассажир. Кто свободен, снять их Шоев разрушитель. Без метки. Так, почему у меня два мотоцикла, блядь, не понял. По меточкам быстренько разобрали. Ну, не сойдет. Я к Шо висел, банан к Шо висел, сочи на кочина. Окей, значит, танк какой-то у нас был, должен быть без пассажира. Какой танк без пассажира? У Исполина никого нет. Как раз, садись Исполина в танк. Быстрее. Исполин это у нас... Где? В танке, вот метка квадратик прислал на него. Быстрее беги. Видишь квадратик, меточку? Танк впереди. Ага, вижу. Все, давай, садись к нему там, я не помню, что там делать. Блять, трэш. Так, идеально, ты слева собираешь трэш. А, хрипаты, ты справа трэш собираешь. Все, вообще на. Дон, ты готов? Влад. Алло, блять, Дон. Чувак ГП хотел, блядь, чтобы на ГП посидеть, сейчас я не знаю.
Дон, ты тут или нет? Алло, блядь. Я тут. Че ты не понимаешь? Все. Запускается. Запускаем пассажиров своих. Метка ромбик убивает, это самое, метка уезжает. Разрушители поближе подлезьте чуть-чуть к боссу, чтобы подобрать пассажиров своих. Пассажиры сели в катапульте. Запускаем людей. Получи данные в всяких ебенях в центре кидай. Разрушитель сами все сделают. Стан пошел аккуратно. Смотрите. По меточкам все быстренько разбежались. Нейр, если что, не дотягивай за кучу, да. Обновили стаки, пассажиры сели. Запускаем пассажиров. Все, это последний стан будет. Ускорик, пожалуйста, кубом. Ай, кубок не ко мне, блядь. Ну прости, брат. Все, добиваем босса. Я одно скуш. Все, просто одно. Добивайте тех, кто пассажиры там были, добивайте босса сами вручную. Прожмите только. Зорки, добивай. Я в блоке стою, блядь, что я добиваю. Добиваю две. Зорки плохо добивал, конечно. О. Отказывайтесь от лута. Корнес можешь не дать, Волонер. Корнес не днул, нет? Нет, ну, отказывай. Просто поменяй, он же это сам что не удастся. Сейчас. А мы одному, да, получается, только все собираем. Ну да. Да. От всего отказываться? Да. Так, идите пока отращивайтесь там. А, подожди, мы на робота сейчас войдем, да? А, на робота, да, давай. Что с серками делать? В ГБ все, да, кидается все. Да. Сферки, боешки пока в ГБ. Да, если кто-то просит, ну, в течение рейда, я им просто отдаю и все. Так, Донт, у меня мут 5 минут. Ну-ка, ты давай, иди, приспризаешь. Ой, боже мой, началось. Так, что там? Я Дон не вырубил, забыл вырубить, как приспать. Да, я кого большому и все. А, мы, кстати, выяснили, что этот трэш не обязательно пулить. Кстати, да. А в 25-ке не выяснили еще. Ну как там по ТПСу первое место занял? Ну, ты? Нет. Так это он... Кто? У меня ты написано кубок, надо мажил 8. Ну там точно второй, по-моему, был. Ну там, типа, не знаю, бред какой-то. У меня постоянно не этот, не докидывается двойка, она у меня с отпликом идет. У меня единица делает. Ну мне показывает, что первый Невер, второй, третий кубок, четвертый Дон, пятый. Это разбойщик делает? Ну, я думал, я единственный, у кого она не помогает. А, ну вот. Да, у меня просто он крутится внутри это. Угу. Он вначале прокает, прокает, и потом перестает. Вот Левиафана. Ах, Невер, смотрите. Не, ну я же говорю, у меня просто херня какая-то, он просто крутится у меня в этом патроне, но кидается там, типа, три раза нажал, типа, упоравличный, а только потом кинулся. Да, с задержкой. Бегай, крутись, ну, в стекло только не попади. Кто из них взрывается? Утилятор? Да. Ага. Стан, дай себе.
поешку выиграл я, этот рецептик. Я с опозданием, но 87 на ней кинул. Голову в ГБ, сверки в ГБ, остальные штуки кто не ролил. Шкаф, поставьте. Ну вот 8, больше 87. Все. Крысу забрал. Ну, шкаф, тыкните, алё, локи, быстрее. Есть все локи бегут. А, блядь, понял. Ладно, дом 2, блядь. Все разбирали. Кушайте рыбу, химию пропейте сейчас. Ох уж эти инженеры. Блядь, зеву не купил. Есть зев у кого-нибудь, я куплю? У Изуку, но там у него дорого продаёт. А, сейчас он будет. Ну, то он разрулишь, нет? Давайте флориба фарейда быстрее. А почему эта машина полная с лута лежит? Дон, ты тут? Смотри, я тут. Я ревогаюсь. А Дон включаю. В машине титановый страж, голова, плечи. Ну еще пока не разрулил ничего. О, боже мой. Дон, ты тут долго с лутом пипец самое. Сейчас я вырублю. Ты что, я убежал, естественно, я тут с трэшем был. Так как это называется? Flying Style называется. Сейчас я вырублю, чтобы не спавнил. Ты заберешь, нет? Или что, или как? А, все вижу. Ну, сейчас я пеку. Есть интернет? Зорки, сейчас перевесишь мне МК, потому что я сейчас его дам. Угу. Что, ты мне хочешь дать? Кстати, там в КБшке есть модная рыба. Мы можем теперь ее ставить. Да, обязательно. Я обычно есть не буду. Да, мы сейчас какую ели, обычную или необычную? Я не знаю, да. я не видел, была рыба. Ну, 120 АП, 69. Так, пока мы обычно не сожрем, пацаны, хорошую жрать не будете. Отстань, кубов, корми кубов, Галима, стоит. Нам давай нормальную. Не, ну у меня нету нормальной, есть. А, ее же без кулинарки можете ставить. Угу. А у кого там сверки ушли в итоге, Аня? Нет. Посмотрите, у кого чат сохранился. А, ты их заедил, да? Хорошо. Нет. Давайте, рыба это со специями. Где рыба со специями? О-о-о. А уже ели. Предпоследний. Где-то сзади стоял, уже все поели вроде. Ладно, я обычно плохал, нет. Давайте очень. Ты серьезно, вы уже съели всю рыбу? Ну затыкали, блядь, прямо. Да вон рыба стоит, смотри. Блять, слезьте с рыбы, какого хуя вы все на нее селись? Бананамен, съебал с рыбы. Да вон тут две рыбы. Ну че это такое? Это обычно, Дон, готов? Да, это. Давай, че, готов. Все, бля. Геру давайте не будем сдавать, а зайдем ее, когда уже перейдем босса. Ну вот, собака мертва. Карас вышел. Далеко так не уходи. Сверху уже. Ой, это просто трэш на рейде. Давай почему. Герочку дайте. Помажем вас. Иску играть? Да, блядь, я знаю, что. Искру. Пахил приеду там.
отметку крестика примерно в таком вот расстоянии надо выносить. Запомните, да? Очень близко к мини-зоне. Все, синичность и скрутость там. Прохил порезать, да? Банана прохил. Нам в такой ситуации двух хуже нужны, когда убегаешь. Там сакра была. Все равно лишний деф. Она откачится ему. Лангель слышал. Ура. Чуть-чуть зрело. Все, далеко не ходи. Прохил приеду. Сейчас искру. Искра. Банан вышел. Далеко не уходи. Ближе может стать, дамажить больше спокойно. Искру сычнулись. Лавка прохил. Искра последняя будет. Идеально вышел. Прохилите идеально, идеально голову кожу нажми. Забили на искру, давайте просто. Череп, гайснайп вышел. Гайснайп, выйди с рейда. Поехали. Блять. Выйди с рейда, ну. А тебе говорили. Банк, начисли ГП, пожалуйста. Да? Так, я так понимаю, это на мейнспек, да? Забирать банан. Ты на что по мейну банан? Да, я на эрдру на мейн, да, да. Так все, мы ролим или нет, это ты. Сейчас, подожди, это у меня ответственность. А, Саш, ты ролишь, окей, давай ты ролишь. Здесь и чистить. Я сейчас продублировал. Так, а что там за печатки там выставить, я не понял. Да, секундочку еще раз по-новому. Не спик. Че, слабовато, ты должен был больше дать. Main spec. Запястье, которое называется перчатки. Блять, что за хуйня вообще? Мне перчатки показываются, но я не боешь меня или что-нибудь? Они называются так, нет, просто. Не, это запястье, которое называются перчатки. Типа не наебаль, все. В смысле? Сколько там, 150 же ГП, да, по-моему? Да, Боб же первый. Это не перчатки, это запы. Это запы на эрдру. Да какие на эрдру? Это тканевые запы на любого кастера. Ну да. А, подожди. Стоп, 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 стоп. Кубобу дай, пожалуйста, кубобу забрал. По приводу. Да какой изук? У вас уже у всех Т4, а я что-то вообще слабенький. 17 место. Ботинки надо кому? Я уже все по 10к даем, господи. На расплодон. Кто у нас пулер? Исполин. Исполин будет делать. Все. Сапоги на ханта. Ну, даже не знаю. Боешку ролиться. Разрешаешь ролить? А, мы боешки куда сделаем? Да, ГБ бросали, да. Че, значит, ГБ. Че мне не сказали? Говори. Банан, ты дал кубабу запа? Пока нет. Сейчас дам бой просто.
А чего вы стоите? Заходите быстрее, я же думал, вы прочистите. Там бой, бой. Зайди. Да там лужа летит. Ты, знаешь, мертвый был. Сколько там, по 150 гп за героический шмаль, да? Было, да. О, да, еще я сам я переделал на ИК. Гуляйте, трэш, может все дал. Все, заходите, блять, то есть. Отдал за рубер. Хорошо. Я ДГП начислил уже этому кубу. Шаманизм, это у тебя ДБМ так? Details. Слышишь, гляните мне полный отчет, но чисто в босса. И в сверху потом больше дамажа. Дарин Ковал уже шала. Хила. Нам не нужен четвертый и пятый хил этих босса. Да, вам вообще до Алгалона он не нужен, по идее. Вот-вот, да-да-да. Что я как бы, ну, тирил только под, ну, как бы старался, но если бы моего бы хила бы не было, рейд бы и так поднялся через секунду на фул. Нет, нет, нет. Да. Не смотри. Так, ну еще ну, там зачистка мусора. Это что за зачистка мусора? Ты что, блядь, ты не канул шел нам? Че, куда дальше идем? Никого собрания убьет. Может, покаша еще сразу? Ну, не линковал, типа, сердце накупителей самого города. Давайте после этого, после собрания сразу на Алгалона, чтобы, ну, потратить его. Ты можешь линкануть по ДТЛ своего ночного ромпа Серки и по боссу? Я не видел. А, Бьерн, тебя в десятке нету. Нету десятки. У меня уже... У меня уже нету. После Лиода оно все пропало. У меня есть, но... По сердцу ты 11-й, по боссу ты 14-й. А в эскру ты 7-й. Из адеквата, ну там 9 человек дамажило, по сути, мне. Из меток вышли все. Че, надо кольцо быстрее сделать, у меня с острова. А тут прям уже такие кибератлеты. Да нет, три не пухи. Ну да, три камни. Дон, где моя сфера? Тринку сначала сделай. Он вот не стал, не у меня лутер. Я просто так кинул. Мы ставили стол? Да, я ставил стол. Я еще вниз не брали. Чинитесь так. Ой, спасибо, Кубов. Ой, ну, Салатанчиш первый забирает у нас Пирекс, второй забирает Анеон босс. Пирекс это кто? Это Факин Мэтт. А, все понял. А второй кто забирает? Анеон босс? Ну, вряд ли на второй понадобится, я там уже на втором должен добивать. Ну, хорошо тогда. Давай зачем опол. А рыба опол? Ну, кто диспелит с танка? У нас рыба будет, Ну, с танка, давай, наверное, по диспельту и рос. Карнес есть у нас. У нас есть ДЦ. Ну, Карнес лучше, да. ДЦ, который может спокойно диспелить. Точняк. Давай, Исполин. Исполин диспелит. Лангри еще не хватает. Это же рыбный пир со специями, я надеюсь. Нет, да, конечно. Там даже написано будет. Рыбный пир со специями, если что. Не пали. Кубов, я не знаю, со специями, вот на УКО не будет. Да, на УКО. А, фулл ребаф можно, пожалуйста? Кому чуть-чуть не хватает? Уже все. Все, блядь, я там пошел. На пулу дали. Ой, мне кажется, Шова сейчас миллионы накрутит. Да там оно он просто на 5 хп выжил сейчас. Как ворвался. Мне кажется, там Карнес уже прикастил в него хилку.
Ну, есть, блин, нужно с танка быстрее диспелить, потому что он так упадет, когда будет буквально первый стак. Просто там колесо. Кастер ренжу возьмите, сейчас между собой. Разбежали, сейчас будет уже аккуратно. Все, разбежали себе дом. Души оттуда. Метка крестик на ком кинулась, дебаф, под босса стали. На ком дебаф, шп там какой-то, ребенок, дом не все дебаф. Да, можно не становиться. Нет. Да, он не кинет первый, пока не закончится в прошлый. Ой, новый. Тайминг четенький. Ждем лужу. Оставляем ему процентов. Разбежались. Все нормально. Не добивайте пока. 5% остался ему. Добили. Добиваем, добиваем, добиваем. Выводи большого быстрее. Все, Гера дали фулл ДПС. Ну, добейте быстрее, крест. Забирай, забирай. Все, бей, иди. Кашка. Стрипсер, дубовую отдам. Сбежались с кастера. Давай. Не, подожди пока, сейчас стик прожим. Очень рано отдаешь прожимки, ну ладно. Стой. Я каплю потом в тет. Прохил зорко. Еще на хп есть. Сколько секунд осталось? 5. Выходи, ДК. Выходи с вида. На хп отдам. Никого босс, готовься хватать его. Забирай, друид, друид забери, друид забери. Отлично. Давай спасу. Дам каплю. Карнес высоту дай. Есть. А я все дал, что надо. Отойди из рейда. Юнков, босс рейда, выйди быстрее, сейчас взорвешься. Босс, выйди из рейда. Троллинг. А у меня есть такой или нет? Подождите. А у меня есть такой. Что, БГЦ? Спасибо. Что вы получаете за топ-ретрик, да? Угу. Надо думать, что тогда на мастерку брать. Камушки, камушки. Придется камушки, лол. Хотел. Посох, крит, дух. Деца надо тебе, на исполнение. На успех. На успех. Нет, не надо. Ну, я сейчас не говорю, может, кому надо, но на успех. Просто. Исполнение тебе надо сейчас. А чем нас так пробивает? Что так это? Так дебаф, по, блядь, по диспельте-то. Ну, я, у меня такого спорта нету. Кличка МП5 хаст. Хулипалы там. Шам. Надо седонт или нет? Да 26-й уже сколько мы паролы отдаем его или как? Просто 26-й это типа настолько уже мусор с РБК, который падает. Что за КП его брать? Так, и диск. Да, диск дай просто поеба. Или себе возьми. Да, я себе возьму туда. Там сразу тогда активируй его, сделай квест. Так, я пошел за водой, а то мне что-то душно.
лучше душного в рейде. Пусть соглашусь с Шовой. Там Кимти хочет это самое. Прокает с кем-нибудь на голову. Прокает по КД. Хорошо, оптик. Это обязательно врезало. Чем-то каких-то лучше. Так, идем на голову на сейчас или потом? Да. Да, прям сейчас. Сразу время на него потом не тратить. Давайте с первого пула убьем. Там хочет кимчик поменяться. Желающий вступить. Желающий вступить есть, а я спрашиваю, может, кто хочет. Ну, вам хан тоже. Нет, шаманизм нужен будет. Хан, по-моему. Никто не хочет. Давай, Пирекс, ты потанчи, Роз поводит. Только взрослую рыбу нам ставьте. Да, вот здесь нужна классная рыбка. А чего вы стоите? Заходите. Ты по тактике что, знаешь? Я не помню уже. Да пускай лучше донт рейдят сейчас, а ты посмотришь как раз. Донт хилит. Ты так, ну, типа пофиг. А, не, есть? Ну, тут это... Говори, Невер. Да не, я это Невер печеньку ставлю. На него ориентируемся, куда будем заходить, в черную дыру. Ну, я тоже, если что, скажу. Хотя нет, черную дыру, давайте лучше на меня. На Роза просто так ромбик ставлю, чтобы мирики смотрели, куда бежать, если уж совсем завтыкаете. Так, все то же самое, бегаем с вами по себе. РДД смотрим внимательно, возле мили зоны сильно не тусуемся, чтобы лишней кары им не спамнить. На сферках у нас Невер, Айнон и Кару. Вас втроем должно хватить, по идее. Начинайте вот... А? Есть у кого фласка на КП? Ты же ставишь Роза и Факин Мэда станчить. А лучше, может быть, Войд с нами вместо Кару? А, давай, Софи, давай так сделаем. Да, хорошо, идея. Чё, в сове, что ли? А, так, тогда, так, да, давай, Войд, ты в сову, Роз, ты в танк, а Факин Мэд тоже. Первый танчит Роз, забирает с него Факин Мэд. На Войда, на пожалуйста, Саша, пинь-ассист. ДК лучше первый начнет. Да, ДК первый начнет. Окей. Да, согласен. На сову, на четвертой пати друида ассиста, чтобы он ставил меточки. И тогда у нас по меткам играет Невер, Войд, Кару и Айнон. Играйте четвером по сферам. У нас ДПС куча. Я не готов, подожди, пока не болит. Кто-то выдаляет просто по мне два СС-а, если что, логика. Есть у кого-то арктический мех один? Есть кому. Нет, нет сюда. А, нет, есть. Кому мне? Войду. Еще вот с мастером у нас. И Корнес тоже с мастером и сокрой, да? На шадоу? Да. Берите кто-то темный, да. Да, Шова, бери на шадоу. Рос, твоя сакра первая, потом Корнеса. Мастер первый шел, и потом Корнеса. Да вон на шоу поставьте, шоу будешь водить меликов? Ни за что. Они же умрут. Ставь на шоу. Мелики должны сами уметь бегать. Кто умирает, получает сотку. Ну что? Нет, подождите, у меня проблема. У меня очень мало хп, где-то чего-то не хватает. Дайте какой-то рыбак. Лапка. У тебя варовского крика нет. Все, теперь все есть. Все. И баночка. Ну, вроде просто там. Да, тебе нафиг не надо. Так, тогда ДК, ты первый танчишь, я за тобой забираю, ты начинаешь заводить. Все готово. Я вас пул дайте, да? Да, те, кто играет в звездочки, вы начинаете отсюда примерно. Там, где сова у вас стоит. Сова. Вот, начинает, где мы с той стороны обычно начинали. Да я помню, это метки кто ставит.
Я поставлю. А, нет, тебе нужен ассист. Гера еще куда есть? Я вставлю, если что. Или дать ему. У него есть ассист. Не, давай, ты сейчас начнешь еще опять бегать, заводить, зафейзить, я пусть он ставит. Все, ок. Мне ставить? Ждем Геру. Дай Войду ассист. Все, хорошо. Давайте еще раз арчек и по ДБМ гуляем. Когда Гера еще? Ждем. А, 2 минуты там точно. Еще. Окей. Так, кто какие анекдоты знает? Про дверь от КамАЗа знаешь? Гудрик повесился. Нет, про дверь от КамАЗа интересно, давайте. Я знаю, что нет настоя карася. У меня его просто нету. Здорово. Я его тоже не знаю. Бля, давайте про дверь от карася. Ой, от кого там? От кого там дверь? Ну в Ютубе там триада скид напиши. 41 секунда. Быстрее, подожди, мы успеем. В этом же и есть панч, что типа про дверь от КамАЗа знаешь? Нет, я тоже нет. Угу. Знаешь, не понял, шутку про нет? Это как да. С медведем? Как-то связано с медведем? Нет. Что сел машину и сгорел? Да. Ро, знаешь шутку про нет? Зорки в новинка. А да. Что, можем пулять первый раз долго будет все равно. Ждем Геру, да, там секунд 30. Секунд 30. Да, а, можно пулять, можно пулять. На мне 2 минуты висит еще. Минуты еще на мне. Что закинул? 55 секунд. А как у вас разные дела? Серьезно, на нем 50 секунд, согласен. Все, готовы? Давайте по... Не, подожди. 46 еще на зорком. Он тут один как это... Как 1.25 рейда нанесет. Да нифига, вот на самом деле зорки что-то мало так стал дамажить, пипец. Ну и сколько же нету, у всех остальных есть. Бля, я двух собак не бурстанул, пиздец, бля. Или постарел. Да постарел, мне кажется, расслабился, знаешь, был топ-1. Угу. Ну, сейчас снова на бурстах вырывается, типа, а потом все, сел на 5к и сидит на своих. Это все, готовы, давай. Ну, 8к, кто их там отличает? ДПМ пол, ладно, поехали. Здесь можете не пить припод первый раз. Да. Тут припод и не пьется, тут 30 секунд. Да, это с первого раза, типа так. А дальше будет лучше. Дальше мы не увидим, мы сейчас убьем. Я хаспас выпил, да, получается. Мы же только что озвучили те, что не надо я первый раз. Слушаю. Ладно, на танке привык, 2 минуты висит эта хуйня. На экзекутке там смотрим, отошли от Карн. Звезда в РДД падает. Вы умрете. Берегитесь. Кара. Созвездие заберите. Выйдите с Кары, учим. Боброк, он не сырья. Если печеньки будет дыра, в которую мы заходим. Появится сразу одну зерганут, помогите звездочку. Кара. Кара, дошли. Отойдите, милики. Милики, отойдите оттуда. Двое право. Печеньку. Ой, заходим в дырку. Зашли и отошли. Берегитесь. Кара. А... Да, слай. Нету. Кого резать?
Караса? Да-да-да. Даю бэр Карасу. Карас по донту. Кара, ты что? Кара. После Кары звезду. Вставай, сейчас Карас. Срывается. Вставай, Карас, быстрее. Угу. Да, это рофл какой-то. Идеально опрохил. Заберите его созвездие. Заведите, сотру. Таратанс. Кому БР? Донт. Шаман 4-5 апатия. После взрыва. Я забрал. Вставай. Вставай, вставай. Играем после, играем после. Берегитесь. Кара пришли. Кара отошли. Портал, сбегайте. Вышли. До портала не добежал. Да, не стягивайтесь. Босса, все в босса играем, играем в босса. Есть БР один. ДКшка, бомжей. Берегитесь. Кара. БР. БР по хрипатому. Умрете. Умрете. Хрипата сразу бомжей вызывай. Умрете. Созвездие ферните. Мелизон, осторожно, закрывайте. А ты отведи Мелизон, осторожно. Кара, прибежи. Кара, вышли. Сколько там перифаза? 20. Ребята, бомжа, это вау, если нет, отдай. Отдал вау, по-моему. 20 эфир еще. Берегите. Кара. Кара. Донт, отвлекайся, хил, короче, первый сейчас. Давайте все работа. Доигрывайте сейчас, нормально уже будет. Сейчас готовься, будете забегать. Забегайте. Не, все просто эти звезды. Забегайте, портал. Убили и все. Звезды, пиздец, меня первый раз убили. Вы начинаете очень рано. Да все уже, мы проиграли. Ну, вы начинаете сейчас... очень рано фирять звезды, типа, их, ну, когда вы начинаете фирять, их уже невозможно завести дальше. Тут сейчас на 40% сказали бить босса, что было неправильно, потому что более 5 человек, или 7 или 8 ТД лежали. Нереально было 20% довести. Ну да, мы долго били. Надо либо меньше сейчас смертей и подольше. Да, да, точно меньше смертей. Кто у нас там умирал? Сейчас я начислю. Ну, Волкпро точно взлетел на Ай, там, на каре. Я отобрал его в роли. Давай на замену, Ким Секрет, серии на замену. Зачем брать Рогу, блядь, которую вообще ЕП нету? Ну да, он впервые здесь. Остальные на замене. Ким Секрет, он все убивал? Не, Ким Секрет сказал, что замените меня. Не стере все убивал, кроме Алгалон как раз. Ну я ему объяснил вкратце, но не увидел, наверное. Да, освоится, но типа научится. Mm-hmm. Сейчас пока повиси на замену. Не сидим, давай.